Ситуацию с Трансаэро сегодня обсуждали и в Госдуме. В рамках правительственного часа на охотном ряду выступал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он заверил, что сложностей с перевозкой пассажиров не будет. Вместе с тем, по мнению Шувалова, стоит разобраться с тем, как именно компанию довели до кризисного состояния. Это считает вице-премьер вопрос к правоохранительным органам. А еще на повестке дня в Госдуме важный законопроект о финансовой дисциплине депутатов. Сегодня второе основное чтение. Речь в документе идет об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Первое. Это обязанность всех депутатов, всех уровней, до сельских поселений, ежегодно декларировать данные о своих доходах и расходах и обязательствах имущественного характера. Неисполнение этих норм влечет за собой досрочное прекращение полномочий депутата. Второе. Распространить нормы о запрете на иностранные счета и активы до депутатов городских округов и муниципального района.